Европейский бизнес не ожидал ничего драматичного от вчерашнего саммита, и потому что европейский бизнес понимает, что данные саммиты являются регулярностью в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Европейский бизнес абсолютно здраво относится к тому, какие условия в нашей стране. Мы понимаем, что Украина идет вперед, возможно, не такими темпами, как хотелось бы, как и гражданам Украины, так и европейскому бизнесу. Европейский бизнес видит, что у Украины есть огромные возможности для реализации своего потенциала. Европейский бизнес видит, что пока пробуксовывает борьба с коррупцией, эффективная борьба с коррупцией, об этом мы сегодня говорили. К сожалению, нет серьезных подвижек в судебной реформе. Но при том, при всем, мы видим, что многие изменения на сегодняшний момент все-таки случаются. И темпы изменений за последние три года являются более динамичными, чем они были за предыдущие 22 или 23 года. На сегодняшний момент мы, как Европейская бизнес-ассоциация, видим, что у Украины серьезные возможности для развития. Главное ими воспользоваться. И мы видим больше позитива в 2017 году по сравнению с 2016 годом, потому что мы, как ассоциация, видим, что в следующем году может быть рост ВВП больше, чем в этом году. Естественно, 3% или 2% роста ВВП, как ожидается на следующий год, это недостаточно для развития, для успешного развития нашего государства. Мы хотели бы 8-10%. Ну и здесь задача политиков, задача правительства сделать все возможное для того, чтобы была эффективная борьба с коррупцией, чтобы были посажены те коррупционеры, на которых мы рассчитываемся. То есть эта мерка, которую мы сегодня слышали, она должна быть, собственно, применена и должна быть уже действительно успешное движение в судебной реформе. Иначе будет сложно рассчитывать на то, что будет динамичный рост инвестиций, который будет в следующем году. Мы рассчитываем, что будут вкладываться инвестиции. Но тем не менее, хотим больше. Какой вы рассчитываете? Ну, мы не рассчитываем на миллиард, как нам говорят некоторые политики, которые ждут, что в следующем году будет миллиард или там следующие два года. Но уже, я знаю, даже в этом году уже как минимум сотни миллионов долларов инвесторы планируют вкладывать в следующем году.